все, кто посетил День улиц, несомненно, проснулись в хорошем настроении. Ведь им предстояло принять участие в захватывающих мероприятиях, которые впервые проходили в нашем городе. 6 районов поселения в минувшую пятницу стали местом детских праздников, приуроченных 50-летнему юбилею Видного. Готовясь ко Дню города, администрации Ленинского района важно было охватить все возраста, чтобы и маленьким, и взрослым праздник был интересен. Глядя на количество людей, посетивших День улиц, можно смело сказать, что задача выполнена. Очень много детей, радостные родители, прям, мне кажется, даже глаза у них светятся от увиденного. И я думаю, что это все создает хорошее настроение, а следовательно, заряд бодрости, ну и дарит нам частичку здоровья. На каждой площадке работали клоуны, аниматоры, играла зажигательная музыка, проводились конкурсы. Творческие коллективы пели и танцевали, а спортивные выступали с показательными номерами. Стоит отметить, что именно спортивное воспитание подрастающего поколения является одним из самых приоритетных направлений в районе. Чтобы когда вырастет счастливую девушку, детей и других граждан, быть патриотом. Вероника на празднике День улиц принимала участие в конкурсе рисунков на асфальте. Попробовать себя в изобразительном искусстве девочка решила спонтанно и осталась очень довольна. Ее цветы и зайчик заняли первое место. Мне очень захотелось попробовать, как я нарисую. И мне очень стало интересно. Нововведение людям понравилось. Горожане с удовольствием приняли участие в Дне улиц. По их мнению, это отличная традиция, которая сплачивает семьи, сближает детей и создает настроение. Настолько это всем нужно, потому что мы соскучились по таким вот домашним праздникам. Это очень подвижная программа, и я думаю, дети получают от этого удовольствие. Мне очень нравится этот праздник, все очень интересно. В рамках Дня улиц за добросовестный труд были награждены работники муниципальной службы города и вручили почетные грамоты и памятные подарки. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.